Добрались мы до примерочной, девочки. Примерочная очень темная. Подойду поближе, чтобы меня было лучше видно. Так здесь темно. Ну, как бы, темнота вдруг молодежи. Для меня хорошо. Я лучше выгляжу под таким цветом. Ну, ладно, буду поближе стоять, чтобы было видно. Насчет музыки не знаю. Музыка играет, но, по-моему, не очень громко. Но если будет... Я забыла наушник свой. Но если будет очень громко, то я сделаю такой мультяшный голос, и вы не обессудьте, ладно? Так, я вам покажу свой outfit of the day. Это я иду с работы. У нас очень прохладно стало. У нас прям похолодало. Вот такая осень-осень, знаете, ну, такая приятная осень. Я люблю такую осень, когда можно одеть слои на себя. В общем, вот раз, два, три на мне сейчас одето. Вот, ну, скоро станет холодно. В общем, пока что мы в слоях, а потом мы начнем носить один пуховик такой, знаете, вот. Все, никаких слоев. Значит, у меня есть такой, как плащик. И я его надела, он такой, знаете, с коротким как будто бы рукавом. И вот я вся такая сиреневая, модная, лавандовая теме расцветки. Долго думала, чтобы сказать такой умный про свой аутфит. Ну что тут скажешь, юбка с кофтой? Ну я не знаю, что вам сказать. Юбка с кофтой. И плащик сверху, такой легенький, совсем тоненький, потому что еще как бы у нас не очень холодно. Сейчас я вас сниму, покажу вам без нее. Так, вот так вот я выгляжу без плаща. Ну, юбка с кофтой, как я и сказала. А и сапожки такие. Знаете, вот я люблю за это осень, что можно носить такие легкие ботиночки, не теплые меховые сапоги. В общем. Так, вот таких вот я сегодня оттенках. Слушайте, я тут набрала 10 предметов, девочки. Чтобы вы понимали, это все Зара, Мася, Мадути. Вот вы будете ржать, да, смеяться, извините. Но я куда не приду, а все кончается Зара и Мася, Мадути. В общем, сейчас буду примерять и рассказывать вам заодно. Просто цены такие, ну посмотрите, вот этот пиджак Мася, Мадути, он стоит $20. Давайте прям сразу его примерим. Мася, Мадути пиджачок очень хорошенький, ну просто очень. Такой а-ля Шанель. Ну, он вообще застегивается. Да, здесь есть какой-то крючок. Ну, мне его застегнуть не удастся, ну никак. А может мне его купить и носить расстегнутым? Что вы думаете? Ну что, я вообще никогда не застегиваю пиджаки. Так он мне нормально. Такой хорошенький. Всего лишь $20. Нельзя оставить, нельзя уйти. Что мне делать, девочки? Жду ваших вердиктов. Стоит ли покупать пиджак, который не застегивается? Причем не так не немножко не застегивается, а прямо вот так хорошо не застегивается. Еще один пиджак. Это из Зары. Тоже $20 он стоит. Это вообще размер small, и это TRF. TRF — это их такая молодежная линейка. О чем я вообще думала? Я не знаю. Думала только о том, что мне нравится вот эта вся вышивка, золото, блестки. Гусарская баллада. Тема пиджака. Ну, то, что я в нем не застегнусь, скорее всего, это 100%. Ну, подождите, давайте померим. Может быть, я не так безнадежна, как я. Я совсем даже не безнадежна. Он даже не застегивается. Small TRF из Zara застегивается на мне. А Massimo Dutti на мне не застегивается. Ну, я не застегиваю, но вот здесь такие крючки. Слушайте, он симпатичный. Прям это такой, ну, такой, своеобразный, конечно. Прям гусарская шинель. Или что там у них было? У них не шинели, правда? А это... Китель? Нет. Что было в гусарах? Напишите, не помню. Не шинель. Гусарская баллада. У меня крутится в голове. Больше к слову гусарская мне ничего не придумывается. Гусарская... Вот крутится в голове, но не могу вспомнить. Склероз. Старость не раз. Ну что, правда? Ничего, да, мне так нравится, он необычный. Вы знаете, как я люблю необычное все. Не знаю, за $20, по-моему, плохо. Главное, что он мне нормальный, не маленький. Еще один пиджак. Если не пошла по пиджакам, что-то. Пиджак из Зары. Вот такой вот, с такой полосочкой на рукаве. Это, по-моему, ну, конечно, гея такой на палке. Такой мятый весь. Короче, стоит он...
Он вообще стоит $13. Ну, посмотрим. По-моему, вот этот вот уже лампас как-то не в моде. И он такой, знаете, из такого галимого трикотажика. Тоже мужской? Может, он тоже мужской? Нет, он висел в женском отделе. Застежка на какую сторону? На какую сторону? На эту. Ну, в общем, сейчас помню. Пиджак как пиджак. Хоть и за $13, ну, такой, не знаю. Женским, правильно? Раз застежка. Ну, какую сторону? На эту женскую или на эту? Доцент тупой, да? Забыл, на какую сторону женская застежка. Правда, я что-то забыла, девчонки. Вот он застегивается на эту сторону. Вот так. Женский, наверное, женский. Для мужского он маловат, потому что он размер медиум. Хотя рукава тоже пьеро такой. Все, нет, не нравится, не снимай. Так, сегодня я пошла по брюкам. Вельветовые, крупного такого вельвета. Видите, брюки из Massimo Dutti по цене $17, 16,99. Слушайте, а что? Ничего. Вы знаете, какие я не люблю брюки? Но эти, у них такая высокая посадка. И сидят они красиво, по-моему, неплохо. Правда? Я никогда не довольна брюками. А эти такие вполне. Как они сзади? Сейчас посмотрим. Так, сзади. Я вообще-то плохо вижу. Ой. Я плохо вижу сама в телефоне. По-моему, неплохо, правда? Такой попец мне делают. Даже мой. Мою сахарницу превращают в такую подтянутую попку. Да? Или мне кажется? Плохо видно мне. Вы мне скажете. Неплохо, по-моему, да? Я хочу эти брюки померить вот с этим свитером. Помните, я его там мацала в сале? Ой. Это фирма Derek Lam, это 100% кашемир, стоит он всего $100. Это хороший бренд, это не Uniqlo, хотя я ничего не имею против Uniqlo, я очень люблю Uniqlo, но в Uniqlo стоит $100 кашемировые свитера. И этот, это не сразу, ой, я, по-моему, закрыла микрофон, ой, сейчас я закрыла камеру. Ой, сори, девочки. Да. Ну, в общем, я хочу померить с этими брюками. Они такой монохром получаются, правда? Классно. Ну, смотрите, что вы скажете. Кроваво-красный комплект. У меня даже сапоги в том, представляете? Ботинки. Неожиданно оделась. Ну, вот я не знаю, если его можно так подзаправить, потому что брюки с высокой посадкой. Я не знаю. Ну, в общем, можно, да? Он, видите, такой разрезанный пополам. Сзади он длиннее. Это размер small, чтобы вы понимали. Он такой большой. Кашемир. А вот эта штука, знаете, вот эта вот, это на очень дорогих вещах. Они вешают, цепляют вот эти вот штуки. Я потом сама ее должна дома снять. То есть, если я захочу вернуть вещь в магазин, я должна принести вот с этой вот штукой. А если я решу ее оставить, то я могу ее сама дома снять. Мне нужна специальная такая машинка, а я как-то сама ее могу снять. Я просто не знаю как. Я даже не представляю как, но не важно. Ну вот, такой красно-кровавый. Здесь такой свет еще плохой, что получается прям кроваво. Темно. Это бусы мои не подходят. Спрячем. Ну, если вам мало красного, то вот вам еще. Это красный такой плащик. Пальто такое легкое из Massimo Dutti. Тоже стоит $20. Я потом сниму, вам покажу этикетки, все. Если вам интересно, конечно. Ну, прямо 50 оттенков красного. А что, неплохо, правда? Мне даже нравится. Это такой яркий, это такой приглушенный, а этот совсем бордовый. Три оттенка. Мне даже нравится так. Вполне. Интересно, неожиданно монохром получился. Слушайте, мне так волосы мои мешают. Каждый раз, когда я хожу по магазинам и делаю эти примерки, я хочу их отрезать к чертовой бабушке, потому что они вот это вот все, они путаются, везде запутываются. Это ужасно. Но потом не отрезаю, как-то жалко мне становится. Вот видите этот пиджак, пальто, $20, на Massimo Dutti стоит он,
То есть моя самодуть стоит 20 баксов. Видите, он немножко не такой яркий в жизни. Он как-то на видео выглядит как халат, но на самом деле он просто мятый. И он из очень такой неплохой, такой, знаете, приятной ткани на ощупь. Я сейчас посмотрю, что за состав. Просто вот эти вот карманы и мятость, оно как-то произвело впечатление халата. Но нет, он правда, он такой классный. Вы поняли, наверное, да, что я уже без него не уйду. Вот, между прочим, про ткань я вам говорила, что он хорошего состава. Чтобы вы понимали, это 77% шерсть, 19% полиамид и 4% эластан. Но 77% шерсть. Фига себе, я так вообще даже не скажу, что он шерстяной. Только как будто я думала, наоборот, какой-то льняной. Интересно, правда? Вот видите свитер? Видите, он совсем не такого цвета. Он просто под этим, я когда мерила, вы видели, что он был другого цвета. Просто здесь, когда я его вешаю, здесь лампа другая, цвет падает по-другому. В общем, вот он стоит $100. Derek Lam бренд. И это называется, видите, Runway Collection. Вот у них вот это за Runway Twinners. Это всякие брендовые вещи, дорогие. Они их здесь продают не очень дорого. И вот его состав. Видно, да? 100% кашемир. Хороший свитер. Так, на брючке Massimo Dutti, $17, такой крупный вельвет, симпотные. Еще если я не притащила такие брючки, если на фабрикам пошла, карманов нет. Мне понравилась их цена, $20. Нет, мне сначала понравилась их расцветка, но они как-то большие. Может, они должны быть такие на бедрах? Ну, как-то они мне великоваты. Хотя такие приятные, правда? Симпатичные. Сидят неплохо, но просто как-то большие. Может, я пойду поменьше размер вещи? Посмотрим сахарницу. Брюки в клетку. Сахарница здоровая, конечно. Клетка, она увеличивает размеры, мне кажется. Ну, вообще, они небольшие вот тут вот. Если бы они так не болтали здесь, мне кажется, они были бы лучше выглядеть. Да? Ну ладно, давайте померим с каким-нибудь свитером сейчас. Я их на самом деле принесла, потому что я хотела их померить с этим свитером. Мне очень понравился. Это бренд Riis, это английская фирма. Не дешевая, но это не люкс. Ну, такой, middle segment, по-моему. Но у нас она идет как люкс. Вот, он тоже такой шерсть, кашемир. Нет кашемира, шерсть с махером. Размер large, ну, конечно, вот. Очень большой. Но очень подходит к этим брюкам по расцветке, видите? Есть такая серая, розовая. Большой свитер, а брючки ничего. Вот видите, так называется этот бренд Riis. Large, $99, и он там шерсть с махером. Хороший цвет, такой приятный. Большой. Еще один свитер я принесла. Он какой-то ноунейм, вообще стоит $15. Конечно же, акрил сплошной. Но он так подходит к этим брюкам. Посмотрите, синий. Здесь такая вот светло-голубые эти вот губочки. Такие же, как полоски. Опять карманчик. Ничего, да? Ну, я не знаю, у меня таких свитеров ноунеймов акриловых полно. Но мне понравился он. Видите, он такой, он ведь такие $15, все больше. Не знаю. Да. Брюки-то 10 размер. Вот тут написано. 10 петит. Кстати. Но 10. Я себе считаю 6, понимаете, да? Притащила. Причем у них написано, что они high-waisted, а мне они так на бедрах. Все-таки 10 мне еще большой. Есть надежда. Ну да. Между моим 6, которым я себя считаю, и 10 есть еще один размер. Так вот, наверное, все-таки 8 был бы мне хорошо. Поищу, посмотрю. Ну и, конечно, я же не уйду без юбки, да? Юбка из Зары. Стоит $13. Кажется мне, да? Сколько? Да, 13. Слушайте, размер small, она мне велика. Что происходит вообще? Не понимаю. Я не понимаю, что происходит. Я в Заре medium large. Как это юбка small? Она, конечно, с запахом и все, но тем не менее. Я с сестрой ничего не ела. Вот сейчас я поняла, почему у меня все большое. Я утром выпила стакан кофе и поехала на работу. И вот сейчас я еду с работы, сейчас где-то 4 часа дня, и я вот кроме стакана кофе с утра ничего больше не ела, ни пила, не ела, представляете? Поэтому мне
все юбки большие и брюки. Масима, Дутя налезли, и брюки еще одни мне большие. Вот, понимаете, девочки, очень все просто. Зип-зип. Вы потеряете размер. В общем, так. А между прочим, ну она чуткая, но она большая. А между прочим, здесь есть пуговицы. Я ведь могу ее перешить. И как бы она тогда будет узи. Уже. Узи. Девочки, намерилась. Прямо аж устала. Ну, сейчас подумаю, что я куплю, что нет. Брюки, наверное, да, вельветовые. Красный Massimo Dutti жакет. Ну, пальто, жакет. Да. Юбку из Zara вряд ли, она мне большая. Брюки в клетку мне велики. Остальные свитера мне великоваты, дороговаты. Ну, все, наверное, да. А, пиджак еще из Zara. В полоску не буду, он такой... Барахом. Все, девочки. Я надеюсь, что вам было весело, надеюсь, что вам было интересно. Не очень темно, не очень шумно, музыка. И увидимся с вами в следующем видео. Подписывайтесь, ставьте мне лайки, ну вы знаете, что там надо сделать. Все, люблю, целую. Bye.